позор. Будьте добрі гості, дорогі присади при Господу. Кайді Валерію Миколаївичу звання майора козацтва з правом носіння однострою та зброї встановленого зразка. Це по-перше. По-друге, універсал кавалера міжнародного ордена святителя Миколая Чудотворця Мирликійської волею Господа та на підставі рішення наукової ради і спеціалізованого комітету з нагород та відзнак Міжнародної академії козацтва номер 317 22 вересня 2017 року за вагомий вклад відродження аграрно-промислового комплексу, розвиток цукрової промисловості незалежної України та в цілому примноженні добра на землі та з нагоди 50-річчя нагородити майора козацтва
Гайду Валерій Миколаєвич, президент Міжнародної академії казахства, член ради при президентові України, Михайло Іванович Яненко, віце-президент Міжнародної організації, генерал Травкін. Валерій Миколаєвич, мені доручено вручити тобі цей орден. Хай тебе свідетель Ніколай завжди зберігає і допомагає тобі у твоїх ділах. Дружно! Гей! 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 За козака! Ребята! Я же так хлеба не сказал, а то, а другое, другое. У них уже
уже даже там свои условности, там свои правила поведения. Бывает, как погрызутся, вот на участке побачить друг друга, раз, головами кивнули, раз, разошли в сторону. Чтобы не пересекаться, чтобы не погрызтися дальше. За що світли козаки? За те, що третій, за те, що третій раз не об'явив. Я якраз про це подумав. І хоч треба сказати слово. Дружині Олега Ніколаєвича. Ми не знаємо, що там вона казала вчора, але хай вона ще раз повторить, щоб ми почули, що там вдома. Ми на фронті, коли він уїжджає, що там треба в тил у нього, як там тил. Далили всі. Так, а ну тихо. Любимый муж, я очень уже услышала много, что сказано. Я очень рада, что ты все-таки добился сколько всего в жизни, что ты показал себя. Просто обидно за то, что просто тебя часто дома немає. Ну ничего, это того стоит, конечно. Ну что, удачи тебе в работе, больших успехов в делах, потрясающих идей дальше. В каждом своем мне быть успешным человеком. Конечно, здоровья тебе, его тебе не хватает. Я тебя люблю. Я тебя люблю, самое не голову. Троекратный и бип! Ура! 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 А теперь не просто. Давай уходить. Заходите туда. Спасибо, что пришли, товарищ. Я вкратце так пробежусь по этому самому. Во-первых, спасибо за то, что вы пришли на мой юбилей. Ну, вкратце я хочу рассказать, тут присутствующие люди, которые я многим чему обязан. Если идти с самого начала, то Савинский сахарный завод, он, сколько я житиму, если я сахарник, то я умру сахарником. То первый сахарный завод, мой любимый, родной, это Савинский сахарный завод. И так получилось, что эти люди, которые тут присутствуют, я пришел, они были, как говорят, руля этого завода и прочее. Первый, конечно, благодарен я Юрий Иванович вам. Потому что сейчас у меня такая должность, я людьми руководю и прочее. У меня такая чи ошибка в жизни, чи это самое. Что было бы, или тебя увольняют, или, ну, быстрее всего, что увольняют. Ну, Юрий Иванович сказал, провел беседу, и просто-напросто в жизни, простым. Чего я сейчас люблю зубы, иногда я прощаю, просто глаза закрываю, даю шанс. Вот этот шанс дал мне Юрий Иванович. Спасибо большое. Если бы не он, не знаю, как бы судьба повернулась. Дальше ИТР был. Йосипович, Сергій Йосипович, профсоюз, Оля Васильевна була, всі про те саме. На поруки взяли, я помню. Да, на поруки, не то, я те саме. Жив, ріс. Все було вже. Да. Я кажу, я в заводі другим слесарем другого розряду і пішов за счет те саме, мастером те саме. Ну, коли дальше я кипів те саме, тоже присутствуешь, Валерий Афанасович был главным механиком объединения, это самое. Он познакомил нас с Александром Анатольевичем. Было там что-то, работа какая-то в Белгороде. Не, Валерий Афанасович познакомил с Юрием Ивановичем. Ну да, да, так. А потом, когда была проблема с
с рабочим, со срочным. Да, да. А ты, говорит, позвони Юрию Ивановичу. Я Юрию Ивановичу звоню, говорю, так и так, говорю, у меня ситуация, мне надо. Я говорю, перехватиться не хочу. Есть Юрий Иванович? Юрий Иванович мне предлагает. Да, и тут где начали... Подзаработать ему надо. Да. Юрий Иванович, подзаработать ему надо. Наказание. И по сегодняшний день, спасибо, благодаря, такой у нас хороший коллектив. Ну, даже слов немає. Работать это только одне наслаждение и прочее. Да, у нас глобальные. Но обычно я все время говорю всем, мне кажут, нашим подчиненным и прочее. Там, где самое важко, там все время, кто? Сахартомат. Потому что Сахартомат все время, ну так получается. Я не хвалю, я на это самое, нас просто люди так кажут. И хочу спасибо вам за нашу, всех присутствующих, за Сахартомат и за все хорошее. Спасибо. Гостеприимный человек, добродушный, семейный. Готовьтесь. Все, но он один знает, что это его слово будет. Он чувствует уже, готовится, поэтому кушайте хорошо. Представитель повторяет дружеского. Дружеского, да, да. Олег Анатольевич, мы вам надаем слово как представителю. Вот. В вашем лице грустный наших компании Друг, ты мне рубль должен. Представитель чистый, вот как говорят, чистый хохол. Украинец живет на Украине, а хохол там, где краще. Мороз. Еще и фамилия Мороз. Ну, да. Так, как бы, правда, я вижу, только приехал с нашего белорусского Сахартомата, Мы тебя как бы накануне что-нибудь пытались все поздравить, ну, я думаю, что просто от всей души поздравить с днем рождения, счастья, здоровья, семейного благополучия, подарок будет стоить. Да, ну, тут уже так бы все как бы сформировали, бюджет небольшой. Поможет зачитать. Да, ответственное задание. 50 не время проводить в доме, потому что это только часть пути, только середина той большой дороги, что еще по жизни предстоит пройти. Новые вершины впереди маячат, много смелых планов, творческих идей. Пусть как прежде будет спутница и удача, и подарок радость этот убедит. Валер, присоединяюсь тоже, чистое сердце, и по здоровью. Чтобы тебя всегда окружали любимые люди вокруг тебя, хорошие люди на работе, чтобы все было хорошо. Счастье. Спасибо. Это я думаю. Спасибо. Всем радостно. А тут это на то, что заказали. Короче, Белгород подарил установку на 26 тысяч заказали. Нам машину, потому что я все время в пути, ну, чтобы спать не хотелось, когда. Спасибо большое. Белгород тоже цель. Заливают, сейчас слово надается не менее добродушному, не менее порядному, не менее легковесному человеку, который очень уважает
Валерий Николаевич, это Юрий Иванович Липовой. Пожалуйста, налейте все. Это человек, который был на жизненном пути, как первый у Валерия Николаевича. Валера, Валерий Николаевич, мне приятно, что я, наверное, больше жизни познаю. Так как мы работали раньше, Валерий Николаевич уже рассказал, а когда я было время, когда в Наркевиче была реконструкция, завод запустили, ну, стройка была за полгода, сделали завод плюс еще на 3 тысячи. Кто знает, мы видели, Александр Анатольевич, пусть все делают. Все успели, но запустили уже удаление 2 ленты, а 6 лент еще в процессе. 8 КАМАЗов возле ЖОМ, круглые сутки на отвалы, а мы работаем. Звоню, говорю, Анатольевич, дай Валерий Николаевич, у меня задница. Он пришел тоже, завод работает, все заводы. За 20 дней пустил еще все же удаление, там такая, что 600 метров. Палочка, выключалочка. Ну что, дай Бог здоровья. Да без здоровья главное, я советую все за тебя. Ну и сегодня немножко все забыли за женщин, поэтому я все-таки, так как я сам люблю женщин, ну всем надо любить женщин. За любого Анатолий Иванович будет говорить. Я сижу жду. В лице супруги-именинницы, в лице наших жен и всех присутствующих здесь дам, за всех дам. Мужчина. Стой. Надо меня принимать. Я колоплю. Козаки бьют стоя. Сам бью вас за прошлое. Я сказал правильно. Если бы полагали, то не выглядит за день, вы бы не забегал. Какой закон? Анатолий, если снимаю ручный галстук, рубашку не отпускать, то сидя нормально. Так, товарищи, наливаем. Дима, наливай. Анатолий Иванович, ты можешь сказать за любовь. Я наливаю, давай. Одна.